забыто. Пойми, главное в жизни это вот, чтобы было всегда чего там найти. Там Даша нашла недавно вот шишки по 50 рублей. Правда? Я могу сказать, что я по тайным знаниям знаю, что эти терриконы строили мои деды, процыгане. Об этом уже почти все забыли, но мои внуки будут помнить. А це мій гарний пес, то Марко. В подводном царстве была жесткая туса, нюха у Нептуна и его кольцуха. Посейдон решил забахать жесткую нюху и позвал барракуду. Тупо рыба это приплывает царство, начинается жесткая расколбасила. Подплывает окуня, за ним акулы. Тупо жесткая сейчас пати будет. Серьезно? Смешно будет? Угу. Или нет? Передачи находимся на телепередаче. Проект Дом 2. С вами Владимир Тарарыкин и Виталий Гусман. Ай! И еще с нами телепат Артем и справа диджей Кола Террорита. Кола Террорита! Вот так вот, вот так вот, вот так вот, оп. Хороший джазист зажимает аккорд. Вот так вот. Вот так вот. А с ним флейтист, который ему поможет, с ними аль-куба. И скрипки тоже тупо 10 скрипачей начинают играть. Это ансамбль, это вся песня та. Тупо поет это инструментов 25, и каждый должен быть водитель у инструмента, так-то да. Ой, Леха, что там, когда учитель наш придет? Это? Вот уже учитель идет. В этой комнате надо поставить арома палочки и диско-шар на 23 кубика. Я думаю, только так можно скрасить этот день. Под свои биты сижу на кухне, делаю то, что надо делать. Ах ты. Ах ты. А вы что скажете? Я думаю, еще нужно разрисовать, а еще Некич продает чехлы. Когда был еще зеленый лист у листа, да, стоит на столе, тупо у них. Леха, а что ты тут стоишь? Я 121-й жду. 121-й? Да. А я Леха. А я 121-й. О, пацаны, пора ехать. Поехали. Видели, где с ремнем били? Да, били. Ты им передай, что по попе надо было, а не по голове. Так, я не понял. Ты намекнул на то, что моя девушка тупая? О-о-о, это что начало? Все, мы пошли. Конечно. В лес. Мы пошли в лес, скоро увидимся. Давайте, пока, давай. Нет. Давай, говори пока. Пока. Пока.